Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Заработная плата, промышленность, экология и новые социальные объекты. Расскажем, о чем еще говорили журналисты на пресс-конференции с губернатором. Они знают цену человеческой жизни. День спасателя отмечают в Беларуси. Крещение Господне или Богоявление. Православные верующие отмечают один из главных праздников. Также в итогах недели каждый заплатит по счетам. Тарифы на услуги ЖКХ станут более справедливыми. Объясним, в чем дело. И сначала пожары, затем ливни. В некоторых районах Сиднея объявлено штормовое предупреждение.